Привет, друзья. Привет, парни, привет, девчонки. Всем вам респект и уважуха. Сегодня начинается новый сезон видосиков. Закончилось лето, и мы можем что-то новое, позитивное, интересное пообщаться, рассказать вам. Я могу что-то интересное, что меня волнует в первую очередь, что меня бомбит меня. Это такое слово популярное, и для меня оно тоже близко. Сегодня меня бомбит тема каблук, которая называется каблук, да, популярная в блогосфере, видеосфере, да, слово каблук. Тот или иной парень, когда начинает отношения с девчатами, это начинает обзывать его сразу: ты каблук и так далее. И есть песня Текилы там про каблук, да, ты не каблук там и так далее. Видеоряд такой известный, можете посмотреть этот клип. И там иллюстрируется современное понимание, вот это молодежное состояние каблука для мужчины по отношению к женщине. Так вот, мне сегодня покажу вам, хочется показать эту тему в другом разрезе. Откуда появляется состояние каблука? И как его избежать, скажем так? И в чем его польза, в чем его преимущество? Постараюсь коротенько это объяснить. Итак, рисуем небольшую известную всем чертежик, схемку. Так вот, на эта схемка хорошо иллюстрирует нам это состояние каблука, такое явление каблука. Где оно образуется? Смотрите, вот она, точка, куда стремится человек к успеху. Да? Вот он достиг этой точки, и вот здесь у него образуется чувство такое непопулярное слово среди парней, слово чувство, да? Но без чувств мужчина не может развиваться, достигать успеха. Так вот, здесь чувство такое образуется у него, чувство независимости. Вот так его напишем. Вот здесь чувство независимости приходит к мужчине, к парню. Так вот, это чувство независимости и делает с ним такую нехорошую шутку сыграет с мужчиной, когда это чувство к нему приходит. Это чувство не мужское, я вас уверяю, это чувство женское. И вот мы можем наблюдать вот из этого состояния, вот он, мы можем наблюдать тот самый каблук. Видите? Вот он каблук, вот она ваша туфля, вот она ваша каблучная система. Как только к тебе пришло чувство независимости, то ты близок к состоянию каблука. То есть ты близок к началу падению. Это чувство женское. То есть это чувство приходит к вам, к женщинам в первую очередь. Женщины стремятся к независимости. Мужчина, вы стремитесь, я стремлюсь к свободе, чтобы было больше свободного пространства, где я могу осуществлять свои действия, свою деятельность какую-то. Это важно. Когда парни, успешные предприниматели, двигаются к своей цели, к успеху, к развитию кому-то, то вот в это состояние мы попадаем. В состояние чувства независимости. Все, я попал, у меня жизнь удалась, все нормально у меня, я достиг финансового результата какого-то, да, я купил себе там машину, мой бизнес развивается, уже миллионные обороты какие-то, да, и так далее. И попадаешь в состояние независимости, и это состояние принадлежит женщине. Все. Она тебе это будет состояние приумножать, она будет стараться это состояние перехватить у тебя, забрать это состояние независимости. Соответственно, она всячески будет мужчине как бы менять его оценку, его действительности, понимаете? То есть вы начинаете неадекватно ассоциировать себя с окружающим миром. То есть ваша женщина будет увеличивать вашу независимость. И, соответственно, вы начнете проваливаться вот в эту яму, в яму независимости. Вот сюда будете проваливаться. Потому что вы почувствовали независимость. И этой независимостью, состоянием независимости, вы сообщили своей, как всегда это бывает, женщине, девушке, там, любимой, там, жене, неважно кому,
ну, женского рода, скажем так, представителю прекрасной половины человечества. И вот это состояние называется как каблук. Вот оно. Вот он, каблук этот, независимость, это проблема. Проблема чувства независимости. Если вы попали, вы начинаете ощущать независимость, вы срочно эту независимость начинаете делиться. Делиться с кем? С женским родом, с женскими обществами, с женскими сообществами и так далее. С женщинами, с какими-то любимыми, нелюбимыми, неважно. Отдавайте это чувство независимости, чтобы опять у вас появилось ощущение свободы. Свобода, это важно. То есть здесь финансовые инструменты ваши, ваш бизнес, в котором чаще всего заняты очень много женщин, они бухгалтера, они аналитики, они продавцы, они продажники, женщины там. То есть женщин очень много в сфере бизнеса находится, потому что они находятся в состоянии сидячем очень хорошо, в сидячем положении находиться, они очень это любят. Так вот, как только они ощутят эту независимость вашего бизнеса и вашу независимость, то у вас возникают здесь проблемы. Если вы, причем имеете, безусловно, свою женщину, любимую, там, вы женаты и так далее, то вы начинаете становиться каблуком. Женщина начинает управлять вами, управлять вашим бизнесом, управлять вашим состоянием в первую очередь. То есть через ваше состояние она управляет вашим бизнесом, вашими решениями и так далее, и вы становитесь каблуком. То есть вот вы начинаете зависеть вот в этой точке постоянно. То есть вы упали, потом вы начинаете подниматься опять, скрестись там, да, и опять попадаете в такую же точку, регулярно попадаете в точку. И у вас есть такая проблема, вроде бы денег много, и их у вас нет постоянно. Постоянно в состоянии таком мандража находитесь. Вот этот мандраж, это каблучное состояние. Вы переносите тогда принятие решений на женское как бы, состояние, переходите сами уже и начинаете апеллировать в сообществе, в бизнес-сообществе решениями, основанными на чем? На эмоциях. То есть вы становитесь эмоциональным человеком. Ваше эмоциональное состояние меняется, решения ваши становятся нестабильными, вы не видите перспективу большую и так далее. И тогда попадает такой в заколдованный круг потолка, потолок саморазвития это называется. Потолок саморазвития не дает вам вашему бизнесу развиваться. И вы задаетесь вопросом, а что дальше, и так далее. Как поднять, как этот потолок там разломить, как и уйти из этих ям бесконечных провалов, кризисов и так далее. А уйти очень просто. Избавиться от чувства независимости. Чувство независимости – это не ваше чувство. Как только вы начинаете чувствовать свою независимость, ощущение вас переполняет, вас прет, я независим, да я вот такой, ну и так далее. Вы это состояние, я думаю, знаете. Сразу должен в вашей голове загореться там красный свет опасности. И значит, срочно делиться этой независимостью. Делитесь независимостью. Осуществляйте там благотворительность, вкладывайте деньги в какие-то женские проекты, там их полно, вкладывайте, не беспокойтесь, это наоборот увеличит вашу свободу. Вот этот график ваш, вот не сюда пойдет вниз, вот так пойдет, вы будете вот так двигаться. Вы каблуком не станете, каблуком зависимым человеком от эмоционального состояния собственного. Вы будете основываться на чувстве свободы, и которое будет там вам помогать. Разные мысли к вам, идеи будут приходить, инсайты и так далее. Вам не надо будет бежать куда-то там, искать какую-то помощь у различных тренеров, коучей и так далее, у друзей, у окружения какого-то. Вы будете нормально, адекватно двигаться. Двигаться будете не скачкообразно, а стабильно вверх будете двигаться. Если вы здесь поймете этот принцип. Принцип независимости. Принцип каблука. Каблук – это хорошо для женщины. То есть вы станете ее как бы поддержкой, ее основой. То есть женщина будет от вас зависеть уже, понимаете? То есть вы будете вкладывать в развитие вот этого каблука, ее каблука. То есть свои ресурсы, там, деньги там, и так далее. Но при этом вы будете свободным. Поэтому, друзья, сегодня я несколько ваше внимание пытаюсь привлечь к теме каблука. Каблука, которая имеет непосредственное отношение к вашему развитию, к вашему бизнесу, к вашей деятельности, к вашей личной жизни, к вашей работе, к вашей карьере и так далее, когда вы ощущаете состояние независимости.
В общем, друзья, подводя такое маленькое резюме, я вам что могу сказать по поводу, что, допустим, применительно к видеоролику, видеоклипу, который снял там Текила, да, то его герой — это классический каблук, который эмоционально зависит от женщины, эмоционально. И каждое решение свое он принимает на основании ее хотелок, там, понимаете. И у него такая проблема, он потом переносит это эмоциональное состояние, эту неудовлетворенность мужскую свою как мужчины, на ведение бизнеса. То есть бизнес он ведет эмоционально, разговаривает с людьми эмоционально, постоянно, то есть показывает свою слабость эмоциональную. И потом он такой, значит, становится каблуком. В результате он становится зависимым эмоционально от женщины, когда он почувствовал свою независимость. И эту независимость его перехватила женщина. То есть мы с вами что будем делать для того, чтобы этого не происходило? Нам необходимо отслеживать свое чувство независимости. Поэтому, друзья, всех вам благ. С вами был Виталий. Смотрите мои видеоролики. Лайкайте, комментируйте, высказывайте какое-то мнение. Ну или, может, не высказывайте, не комментируйте. Я все равно буду записывать эти кучу видеороликов у меня запланировано. Я их буду писать и писать и писать. Всем пока. Будьте здоровы, счастливы.